Вам вовсе не следует поддерживать телеканал «Дождь». И более того, я могу рассказывать новости без стойки. Это даже как-то удобнее. И если не работает звук, информацию можно показывать жестами, так нагляднее. И если нет картинки тоже, можно все рассказать слово, никто не отберет. Просто в какой-то момент, если вы не будете поддерживать телеканал «Дождь», на вашем телевизоре будет просто черный экран. Хотите, чтобы мы остались в эфире? Поддержите «Дождь». Подробности на tvrain.ru.